Ольга Бузова живет на таблетках. Об этом сообщил директор «Звезды». Ей приходится ежедневно выходить на сцену, принимая сильные обезболивающие. Причиной страданий певицы стал неудачный трюк на одном из выступлений. И если сначала поклонники аплодировали, стоя актерской игре Бузовой, посчитав это подставой, то теперь знаменитость уверяет, она хромает, не может наступать на ногу, но своих людей бросить не готова, поэтому концерты не отменяет.